Данченка на позицію правого захисника. Про це поговоримо після атаки. Калитвинцев на правому фланзі зміщується в центр, може звідси пробивати. Владислав Калитвинцев і чудовий гол кладе. Великолепное исполнение Калитвинцева. То есть то, что я говорил в первом тайме, очень креативный, грамотный, умный парень по футбольному. Может и сам исполнить, может отдать. То есть и такой удар это не первый в его исполнении. Сместился, не бил в футболиста, как некоторые наши футболисты делают перед собой футболиста, они просто бьют. На замахов, убрав двух человек, посылает мяч в дальний угол. То есть похвала, похвала, очень здорово. Улюблений финт Андрія Ярмоленка, так? Його, скажімо так, старшого брата за київським «Динамо». Когда-то я говорил в комментарии, знаете, как запатентованный удар Андрея Ермоленко. Сейчас можно говорить, знаете, как пример хороший заразительный. Калитвинцев это исполняет и тоже очень здорово. Вітаємо ми Владислава все-таки з таким неперевершеним голом. Давненько ми зачекалися від нього таких голів, адже в нинішньому чемпіонаті він вже забував два.